Алло, Христос воскресе! Кто такой? Где? Откуда? Христос воскресе! Это Аня с Украины! Не помните меня? Еще бы не помню. Еще бы не помню. Виктория, вам кто? Виктория, кто вам? Сестра моя! Ну вот об этом-то и речь идет. Что хотели? С праздником хочу вас поздравить! Спаси Христос! Как вы Спаси там? Господи вас! Потихонечку трудимся, так вот, потихонечку, а вы как? Да мы-то что? Мы дома сидим. Дома? Ну, да, конечно. Сегодня у вас служба была, нет? Сегодня? Да. Не знаю, я сегодня не был. А служба-то идет каждый день в храмах. А, понятно. Ну, у нас в селе-то только по праздникам. Ну да. Поэтому. Как там вы поживаете? Как Надежда Васильевна? Да ничего, слава Богу. Вчера только был Виктория, хозяина, здесь у меня. А кто был у вас? Хозяин Виктории, не называй. Гавриил, понятно, да, был? Да, приносил мне вот этот аппарат, я снимаю сейчас. Ну, видео. Тут у нас его сломали, там патриарши кинулись и поломали. Но я заплатили за него больше 20 тысяч. А он деньги-то заплатил хозяину, а потом пришел, я ему отдал и все. А сейчас Сергей пришел, показал, как стирать. Никто не знает, как стирать, написанное уже. Понятно. Он вам там что-то рассказывал, да? Ну да. Вы во сколько встаете-то? Мы, ну, как когда, ну, не особо рано, там, к 8, может быть, 7, как когда. А что так долго спишь-то, почему? Ну, не знаю, ну, так. Как не знаю? Так нельзя спать. Да, а то всю жизнь проспим, да. А мы всегда встаем в 4:40. О, да вы вообще... Вообще всегда. Сегодня я встал в 3 часа. С 3 часов вот уже и на ногах. И все, работаем, и делаем, и бодрые, никто не болеет. И вы себе не позволяете лежать. Это сон, один из определяющих факторов нашей жизни. Пост, молитва, сон, милостыня. Это все одно ожерелье. А что ты будешь лежать? Иоанн Златоуст говорит, святые ночь превращали в день, потому что они молились ночью, воспевали Господа Бога. А люди, которые живут в грехах, они, говорит, день превращают в ночь. Они спят днем, как ночью. Вот у меня, ну, уже полвека, считаю, мы с Надеждой, женой-то, она меня ни разу не видела, чтобы я лежал. Днем ложился. Да, никогда. Никогда. Голова будет болеть, кровь будет прихлынуть. Вот у меня детский лагерь, я основатель детского лагеря. 45 лет начальником был. 45. Без помощи государства. И у нас в лагере дети все до одного встают в 5 часов утра. Да. А дома некоторые вставали даже в час дня. И при том человек привыкает, неделя-полторы уже все. Я говорю, может, хотите дольше спать? Нет. Встать рано, заняться гимнастикой, помолились, до завтрака искупались, поработали. Они на глазах прямо, как на дрожжах, ребятишки растут. Да, да, вы правы. И приезжают иногда, таблеток понавезут, я с таблетками в лагерь-то не принимаю. Выбросить или езжай домой. Ну и все, приехала одна, у нее что-то со спинным хребтом там неладно было. Ну и бледная-бледная, прям как вот будто побеленная стена. Ну, ага. Договорились, что она отдала таблетки там. И, ну, прошел месяц неполный даже. Она уже с ребятишками у меня футбол гоняет. Как парень. Я ей сразу... Вот, какой режим? Тут одна приехала. Девочка хорошая, видно. Ну, ей не больше 9 лет, наверное. У ней почки больные, говорит. Почки болят. Я говорю, ну какая-то болезнь почки-то. Давай лечить будем. Пошел у батюшки, он дал мне березового соку, весной его набирает. Я из дома притащил меду. Там иногда заправляю еще корень солодки где-то. И утром ее на кухню каждый день девчонку туда таскаю. Она придет и сидит, ждет, там стряпают все кухарки-то. Она ей полный стакан или кружку с медом березовку. Она неделю у меня, да, и за час до еды. Все. Вообще ничего нет. И играет, бегает, и уехала домой, ничего не болит. Здорово. Здорово, конечно. Почему? Потому что все начинается с молитвы. Да, без конечно. Без молитвы у нас ничего не бывало. А приезжают иногда совсем ничего не знают. А вы живете среди верующих, вам надо строго за собой следить.
Вы читали Новый Завет целиком весь? О, нет, грешница такая, что нет. Вы что хвалитесь? Я Грешница, как будто горошница какая. не Надо... читала. Как, еще ни разу даже Новый Завет не прочитала? Нет, полностью нет. А вот вы где живете? Там у вас есть баптисты? Нет. А пятидесятники, харизматы? У нас или нет? А так вообще по городам-то есть, конечно. Ну вот они считают Евангелие это. Мы должны поревновать. Господь сказал через Павла, говорит, многие бегут на стадионе, на ристалище, но один получает награду. Смотрите, чтобы не проспать. И так написано, встань, спящий, воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос. Что спишь? Немного полежишь, сложа руки, немного подремлешь, и как разбойник придет нужда твоя, и как вооруженный. У тебя будет плетень пошатнулся, все упало, крапивой заросло, я не знаю как. У меня мама говорила, ленивый говорит, край вижу, край поля, завтра выжну, жали, а сегодня лягу отдохну. Так нельзя делать. Да, Надо конечно. молодых приучать, чтобы умели хорошо трудиться. Человек, который не умеет трудиться, он бедно живет, у него ничего нету. А у тебя надо, чтобы все было, и дом в порядке был, и семья, и все, там, родители. И у тебя есть из чего подать десятину священнику отдать, и есть из чего подать милостыню. Да, вы правы, да, конечно. А что ж ты тут у меня побыла так мало? Ты только зашла и выскочила. Я вообще хотела еще раз попросить прощения, что так у вас и не побыла подольше. У меня просто, я приехала и началось лечение, вот. И горло мне лечили, и позвоночник лечили, и везде я, в общем, никогда никуда не успевала, и так у вас и не побыла подольше. У меня фотографии ваши давно уже есть. Вы с мамой там стоите, и вы где-то. А там мне Вики, хозяин, говорил, все это прислал. И я тебя, говорится, на руках молитвы каждый день нес. Каждое утро и ночью вспоминали, чтоб тебя Господь избавил от всего, что томит тебя. А ты Спасибо. забежала, такую даль приехала, махнула, говорит, и Да только. нет, очень мне жалко, что я не попала к вам на дольше. Я очень вам благодарна. Вытащили ваши молитвы меня, потому что это уже было, надежды очень мало было. И Будем благодаря вашей молитве. молиться. Ты другой раз, когда приезжаешь, вот сейчас летом была бы, могла у меня побыть, где мы в деревне отдыхаем. Теперь не лагерь называется, мы в домах, дома купили, и там будут люди. Сейчас покупаем разные там плиты, все, что на чем варить. И в прошлом году нас громили и громили, и я как начальник лагерь этот ликвидировал. 45 лет было. И ты бы у нас тут побыла, где-то что-то подготовила. Каждый день купаться несколько раз, а тебе это очень полезно было бы. Да, это По было бы росе здорово. пробежаться. А что ты так? Ну, я хочу, но нету возможности сейчас приехать. Я очень хочу. Ну, Ну. они-то знают, о чем я говорю. У нас такая свобода, такое поле, глазам, ни гор, ничего у нас нету. Сколько глаз хватает? Работает неделю, в субботу в баню, в воскресенье в храм, а потом занятия идут. А потом, кому надо, за грибами идут, за ягодами, купаются там. Какие занятия? А Какие занятия? вы у нас на Ютубе бываете? Нет, а где? А вот Где? я сейчас, как кончим говорить, я вам сюда сразу скину. О, ссылку мне киньте. Ссылку не одну, вы только нажмете на нее и сразу на нашем Хорошо. форуме. А на форуме, там Храм Христа Спасителя. Мне форум-то создал как раз хозяин ее, твоей сестры. Он большой, Ага. большой мастер в этом деле-то. Форум замечательный. 1600 тем разных только. И там написано поиск, общий поиск. В него ткни, сразу рамочка выскочила. В нее вставь, что тебе надо. И ты там Да. найдешь. Хорошо, И, обязательно. а кроме того, у нас видеоканал. Вот этот ролик, он входит туда же. И там 7080 роликов наших. 7000 роликов. Ничего себе, это сколько Та же там и снимают? фильмы государственные про нас снятые, государственные фильмы на сайте. Это не простые фильмы, а нас фильмы снимали. Один занял первое место на международном конкурсе,
А второй, прямо про меня, моим, говорится, именем названо, занял первое место в России. Ничего себе. Ничего себе. Да. Вот это нельзя за деньги купить. Люди просто понимают, что мы делаем то, что необходимо делать. Называется Да. Златоуст из Потеряевки. Потеряевка – это наше село, которое мы восстанавливаем. Я поняла, да. Да, надо посмотреть. Да Интересно надо очень. посмотреть. Да ты почаще, ты ко мне заходила. Когда я уеду, вот сейчас 10 июня, у меня как раз 10 июня день рождения. И 10 июня. Июня, после за маем, который идет. Вот. Ага. А 9 июля там будет крещение, которые не в полное погружение не были погружены. Они приезжают, принимают крещение. Да. И вот Это тогда оттуда мне связываться будет очень трудно. Видишь, у меня летают голуби, нет? Вижу, а где вы их взяли? Где взяли? У меня же 3 голубятни. Ничего себе! 3. Я про голуби не даже А, не вот слышу. они летают, вот они. Я потом, когда будешь смотреть ролик, увидишь, они стоят. Вот они где. Вот они какие голуби. Это малыши, их родители почему-то оставляют от них, но я их подобрал и к себе. Когда они большие станут. Мы с ними Ага. подружились, они у меня в отдельной коробке живут, а днем летают, вот они здесь. Понятно. А погода как уже? Тепло? Да тепло, но сегодня похолоднее маленько. А вот к воскресенью будет 26 градусов. О, у нас, кстати, тоже сегодня похолодало что-то. Ну вот такое дело. Понятненько. У вас никаких вопросов-то духовных нету, наверное? Ну, у меня так, ну, все... Надо молиться, все просить. Писание Бога. Надо считать. По Писанию вопросы будут. Как правильно душу спасти, как Бога прославить, как в сети дьявольские не попасть. У человека много вопросов должно быть. Да, много. У меня много вопросов. Надо читать. Это вы правы. А вы слышали такой Леонов Николай на Украине был? Леонов? Нет. Не слышали? Нет. Он был чемпион мира по боксингу. Кикбоксинг называется. Учился он в семинарии, то другое. И у нас как-то разговор зашел. Он говорит, что вот в Украине такое дело, там он, ну, воевать надо. Я говорю, воевать не надо верующему христианину, тебя убьют. Ну вот мы поехали только, и уже мне дорогой сообщает, его убили. Молодой парень. Убили. Жалко. Они там были в Донбассе где-то. И в это время... Они на машине ехали, а сверху там самолет их нагнал, ракета прям попала в машину, 32 человека, все погибли. Ужас какой. Вот ужас какой. Но я ему заранее говорил, и наши ролики остались здесь в интернете. Если вы зарядите... Николай Леонов. Если вы зарядите, вы найдете, увидите, как мы с ним беседуем. И я убеждаю его, но убедите... От него тоже зависело, принять, что я говорил. Но он не принял и погиб. Понятно. Да. Жалко, когда вот так происходит. Мама-то как у вас? Мама очень болеет, тоже не может. Она уже даже в храм, как бы у нас 3 километра к храму и 3 обратно. Это когда папа ее повезет, тогда она еще едет. А так уже бедная не может даже в храм пойти. А сколько ей лет? Ей 50 с чем-то там уже. Но она больная очень. Она проверялась, и там у нее куча болячек. Вот. И она так по дому немножко там поделает что-то и отдыхает. Поделает и отдыхает. Там. То есть она уже никуда не поехать не может, даже в центр. Вот только вот когда папа куда-то ее так возьмет, и то и ненадолго. Плохо, конечно, когда здоровье-то. Дороже здоровья, наверное, ничего нету. Здоровье есть, пища у тебя переваривается, руки работают, ты вообще многое можешь сделать. Ты нужный да. везде, а больной, он за ним надо ухаживать. Да, и папа вот недавно 2 пальца отрезал, мельницу делал. На левой руке 2 пальца отрезала ему случайно. У вас? Вот. Да, и, а потом еще... Через некоторое время, там неделя или 2 прошло, не знаю, уже то еле-еле начало заживать, и током его сильно ударило. А для... это у него... Понятно. А у вас какой родной язык для вас? Украинский. То есть вы украинский знаете лучше русского?
Ну да, конечно, мы все разговариваем на украинской мове, это кажется. Ну да. А вот Да. давай за мной переводи сейчас по-украински. Давай. Размовляти з вами українською мовою? Ну, давай, давай, говори в мове. Вот сейчас мы посмотрим на вашу мову по порядку. Нет другого Зрозумієте. имени под небом. Нема другого ім'я під небом, Которым надлежало бы нам спастись. якого належало б нам спасти. Вот. Я про что хотел сказать. Мне кажется, этот украинский язык, он не самостоятельный язык, как Жириновский говорил. Они часто были порабощены поляками. И вот они с кем где были, оттуда все в словарь попало. Мне кажется всегда, что это люди балуются, нарочно так говорят. Русские люди, но стараются исковеркать слова и... Вот. Мабуть, Да, там начинают трошки. будь трошки, да. Не, Ну. ну, у нас вообще, вы знаете, много русских слов, и даже, мабуть, очень редко встретишь, ну, у нас, именно в селе, такое вот общество здесь. Если в Чернобыль уехать, там, да, там вот чистая, почти такая, ну, более чище украинский язык такой, да, а у нас вот такой суржик получается. Да. Русский язык – это самостоятельный язык. Даже возьмите Гоголь. Гоголь-то, ясное дело, что он не русский. А писал-то все по-русски. «Вечера на хуторе близ Диканьки», там все эти. А вот возьмите, вы считали, есть такой философ был, Сковорода на Украине. Вы его поищите. Очень Да. хороший материал. Да, он духовно писал. Сковорода. Надо мне читать, мне вот очень надо читать, потому что я вот время свое, которое мне дано было на учебу, я так его, как бы у меня не было возможности учиться, там были другие проблемы, тогда теперь надо наверстывать, вот, все. А вот вы сказали слово «проблема», я не люблю это слово. А вот попробуйте без этого слова говорить, никогда его не употреблять. Что получится? Нет проблем. Нет, нет, не называй просто я скажу. А что такое проблема? Это означает нерешенный вопрос, трудный Да. вопрос. Вот и все, Да. такими русскими словами. И тогда будет успех. А так мы, а то слово ничего не решает. А тут именно вопрос. Дело нерешенное, я сразу настраиваюсь на то, а это проблем еще не знает. Да. А в школе какой был язык иностранный? Русский, английский, французский, там, ну, французский О! мало, английский в основном. Ну, я плохо училась, так что у меня все мимо пошло. На утром-то вот вы встаете, вы чувствуете, что-то неладно, так долго спала, уже фабрики работают, учителя работают, а я лежу, как это так? Нет, ну почему? Рано утром я, как вам скажу, встаем, да, вот я иду к свиньям, у нас есть 15 свиней, помогаю папе по хозяйству, потом цыпляток купили таких маленьких, тоже кормим их, курочки у нас есть, огород, хозяйство такое. Ну, конечно, это очень хорошо, когда свое хозяйство. А так-то на работе на государстве нигде не работаете? Я нет, потому что у меня вот проблема у меня с ногой. Опять У меня проблема. Убери слово проблема. Фу. болит нога, в общем, да. И здесь нету таких специальных вот тренажеров. В Барнауле я занималась, вот лечение проходила, специальные тренажеры. Вот. И я там занималась, и мне легче было. Вот. А здесь нету такого специального оборудования, таких тренажеров, и у меня опять начала болеть нога. А что она Вот, болит? Как, в каком месте болит? под коленом А врач что мне она сказал. болит? Болит как она там? Хрустит или как? Нет, мне врач сказал, что, может, вы слышали, такая болезнь здесь, ну, киста Бехтерева. Не слышали такого? Но это и есть такое. А Оно. есть такая болезнь еще остемиелит. Не, вот это именно вот, ну он говорит, потому что от перенагрузки. Я работала раньше в магазине, и там целый день на ногах. Вот 7 месяцев я проработала в магазине, это 3 километра я туда шла, 3 обратно, и с 7 до 9 я была на ногах вот в это все время. Да. Очень было тяжело, и вот эта такая проблема, она вылезла, потому что мышцы все было неукрепленные, я не занималась раньше. И вот это теперь проблема, надо постоянно Опять заниматься. проблема. Проблема это опять.
Что так не сидишь за языком? Я уже просил. Да, не буду больше, Ну вот простите. будешь, надо настороженно быть. Дело-то не в слове, а дело в том, чтобы мы настороже были. А, вот, да, точно. Вот Вы так. правы. Иначе нас сразу вычислят, кто мы такие. А вы Да. молитесь сам за Путина, за нашего, нет? Ой, мы бы грешники, да, хотя бы за себя молились. Вы О, вообще... а мы за Порошенко Петра молимся каждый день. Правильно, да. Чтоб был мир, была любовь Божия Христова. Но мы славянские народы, мы русские, все одинаковы. Белая Русь, Малая Русь. И друг на друга натравили, воюют. Разве это хорошо? Плохо очень. Как говорят, Россия, Украина, Беларусь – это и есть Святая Русь. Да. Но не Это все это понимают. в верхах-то они ничего не сделают, если мы между собой мира не будем иметь. А так-то показывает, какая граница между Россией и Украиной. Показывает стол один, 5 километров. И с той стороны украинцы, здесь русские сидят, пьют, едят. И за горизонтом скрывается этот стол один длинный. Вот, говорит, какая граница должна быть. Да. Граница любви. Да, вы правы, да. Без любви ничего не будет хорошего. Ничего дальше не будет никак. Да. Так. Когда Понятненько. думаешь приехать сюда? Да я, вы знаете, вот сейчас бы вот собрала чемодан и приехала хотя бы завтра. Так вот Но ты я... теперь, ну-ну, говори. Ну вот я планирую как сделать. Мне просто проблемы, ну у меня же Опять гражданство... проблема. Говорила, не буду говорить. Да, все, опять не слежу. Вот. Запиши на бумажке проблема и зачеркни красной чертой. Вот. Я как хотела, ну, гражданства же у меня нету. И как узнавала Вика, как с Гавриилом, что надо, если я буду ехать, то надо либо по работе, либо по учебе, только меня могут на подольше оставить. Вот. И меня предлагали даже работу там в Барнауле, там, где я занималась, вот. Ну, для этого надо платить за то, за пребывание мое в России, за каждый месяц платить надо. И там надо что-то много платить, да. И еще за перелет это тоже много денег надо. Ну, в общем, Понятно. я... В общем, все, не приедешь. Не надо было уезжать назад, раз приехала и жила бы. Так только 3 месяца можно, я бы осталась на дольше. Да а вы что там делаете на Украине? Переезжай сюда к сестре. Она Так сейчас водится. Мою Надежду Васильевну туда просят. Поводиться надо. я Поводить хочу. сельсоветы поводиться надо. Да я знаю, очень хочу, очень скучаю. Я бы, вы знаете, вот это моя мечта жизни, попасть туда к вам жить. Да. Да. Очень мне хочется туда. Ну хорошо, давай будем Бога благодарить за то, что Бог дал. А на будущее все-таки заезжай ко мне в гости. Ты совсем как будто Хорошо. чужая. Нет, нет, обязательно. Как А приеду, тебя так не в год. будет смущать, что у нас, когда там разная Аня, у нас в селе называли Нюра, Нюра. Нет, ничего страшного. Ничего, у нас всегда так называли. Нюра, тетя Нюра. У меня племянница тетя Нюра тоже. Ну, правда, меня так никто еще не назвал, но Ну вот интересно. я тебя буду называть так. Теперь Хорошо. давай договоримся, чтобы что я говорил, ты запомнила. Ты завтра во сколько хочешь вставать? Завтра, не знаю, еще утром Но... встаю, как, ну, как всегда, где-то в 7 с Нет, чем-то. так не годится. Должен быть ритм. У тебя весь желудок, все будет работать на часы. Вот поджелудочная железа, там слюни отрабатывает. Тогда, когда пришло время, у тебя нет, а уже желудок просит, работает. У тебя другой настрой. Ну вот это у нас папа точно говорит так, у него режим, да, вот как вы говорите, он встает, у него режим. Вот встал, глаза умыл, на двор сходил, все, приготовился, сразу на молитву, никуда. На молитву. Вот Да, вы у правы. нас сейчас мы молимся, у нас общая молитва. Ты можешь к нам подсоединиться на утреннюю молитву. Это когда? Но по Москве это... У вас с Москвой на 1 час разница? У нас сейчас 11 часов без 3 минут. Ну да, 11. А у нас в это время 3 часа. То есть разница в 4 часа. Да, 4 часа. Поэтому вам можно молиться. Потому что мы молимся в 40 минут. В 40 минут По чего? Москве.
40 минут. Это во сколько? Ну, а у вас будет это 11 часов 40 минут вечером. А, вечером Нет, нет, 11. нет, это утро. Вечер, у вас будет вечер, а у нас Ага. утро. В 11:40 по нашему. Да. Это вам позвонить можно будет, да, или как? Нет, не мне, а я скину, как молились. Сама должна попроситься будешь у Сергея. Ведущий Сергей Упков. Ну и как это будет происходить? Никак. Он тебя примет, и откроешься, и ты с нами там всех увидишь, кто там участвует, и где кланяться, где молиться, какие слова, все будешь слышать. Ага, так это вы мне ссылку сбросите, да? Ну, я скину тогда, и вы тогда так сделаете, как надо. Все тогда, Хорошо, да? да спаси С Господи вас Богом! за все. С Богом! Да. До Храни свидания. Господь! Всем поклон передавайте. Обязательно! С Богом! Спаси Господи за все. Слава Христу! Все, выключай.